Всем привет, друзья! Как вы знаете, мы находимся на базе отдыха в Железном порту. База отдыха называется Амулет. И хотел вам сделать такой маленький обзорчик базы. Тут есть такой фонтанчик красивый. Можно посидеть. Соли только что делали селфи прикольные. Так что пошлите, сейчас покажу. Спортивная там площадка есть. Дальше. Вот такая площадочка. Чуть позже включат фонари, будет светиться красиво. Тут есть детская площадка. Где-то тут София. София, ты где? Здесь. Гулять. Куда гулять? Пошли. Куда? А ну покажи мастер-класс. О! Куда вы гулять? Расскажи про детскую площадку чуть-чуть. А куда вы гуляете? Ну, выйдем, пройдемся по набережной. Для маленьких деток. Вот видите. Например. Мы постоянно стукаемся. Все качели слишком для нас маленько. Маленько? Да нормально. Все нормально. То слишком места маленькие. Це гуми. Нормальная качеля. Вот это? Может, вы уже большие на такие качели? Да. Тут комната. То, что для мамы требуется. Для чего-то там. Вот бильярд. Ну там можно зайти с другой стороны. Где? А, сауна тут. Бильярд. Бильярд, церковь. Бильярд. Церковь какая-то. Мы завтра пойдем на массаж рыбок. Да? Да. А что я не знаю? Мама разрешила. Да? Да. Я первый раз об этом слышала. А что я не знаю? И я не знала. Так вы нам обещали все. Я обещала. Да. Завтра. Друзья, вот тут столовая есть. Но мы отдыхаем. Отдыхаем по путевке, так что у нас столовка другая, там за углом. Видео там в следующем, по-моему, я или показал, или покажу. Вот так на ставке поставишь. Мы вот здесь вот мы сегодня уже плавали, Богдан рассказывает, с той горки, с той и с той. Вот здесь вот даже, есть львы, с которых можно мыть ноги. Вот здесь вот есть, это для этого. Это для этого открывачка, ну а это для этого. Открывачка мы еще здесь не мыли. Ну да, и не надо. Все, пошли, где наша мама? Давай идем. Ты прогуляй. Давай ты до моря. Пошли. На берег походим, ножки помыть. Тут бар или магазин. Что-то. Сейчас иду. Друзья, здесь на территории есть стоянка, так что можно приехать со своей машиной. По-моему, 50 гривен в сутки. Есть где машину поставить. Но если вы планируете ехать своей техникой, как я приехал с компьютером, то здесь интернета нет. Да он есть, ну он есть, но фактически его нет. Даже видео не идет.
Вот так выглядит территория снаружи. Ну, это, да, за... это часть бассейна, где горка. Сейчас я показываю вам. Софи, давай догоняй, ускоряем шаг. Смотрите, а смысл послать сразу через каждый сантиметр, а прошел. Вот, ребята, наш корпус, 7-й корпус, мы на 3-м этаже жили. Пароль не буду говорить, если будете жить, вам скажут. Так, людей много, отдыхающих. Вон наши полотенца, наша часть. Там можно играть. Сейчас мы дойдем к магазину. Вот есть магазин. Так что тут продуктовый магазин. Можно что хочешь купить. Так что, ребята, вот как-то так. Так, ладненько, ребята, сейчас, пока мы идем, будем идти где-то минут 10, я включусь на набережной. Друзья, сегодня 23 число, 23 июня. Народу, сами видите сколько. Сейчас на море сходим, посмотрим. А там нельзя, наверное, пройти, или можно? Оля, ты где? Ой, вам футбол, дивиться. Да. Дивиться. Я хочу на катере поехать. Вот, друзья, сколько людей, море. Сегодня с утра был туман. Туман капец, да? Оль, туман сегодня. Туман был такой, что вообще отсюда, наверное, колеса обозрения не видно было. Там нельзя? А ну да, я пройду вперед. Да. Ты танцорка. Сейчас я обгоню Софию. Вот такая красота, друзья. Там закрыто, там, наверное. Нам кто-то плавает? Уйти. Люблю море. Если честно, тут волны такие, что мне, как сказать, не дуже такие заходят на водичку. Уйти! Смотрите, как колесо обозрения, и там еще прыжки, там, я когда пробовала, там 80 так привет. Классно, да, там? Да. Ну, мне, я высоту боюсь, если меня хотя бы там раз запустят, то я буду вообще на космос запускаю. Я первый раз тоже боялась. Да, и что? А мне кажется.